Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на часах Huawei Watch GT Runner можно измерить уровень кислорода в крови. Нажимаем на SPO2. Нажимаем «Измерить» и ждем. Вот такой вот у меня уровень кислорода в крови. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!